Надя, возьми. Вот котята какие, четверо это. Сегодня будут разбирать. О, ну-ка. Что это за хорошее? Давай-ка сюда Евангелие. Евангелие, давай. Давай сюда. Так, там, подскажи, можно разуться, если, чтобы прошли сюда, посмотрели и выбрали. Так, проходите сюда. Так, тут из дороги, ты не мешайся. Проходите сюда. Так, смотри, чтобы это... Синька, это мать их. Вот, смотрите. Где четвертый-то? Ну, вот он. Уже залез. Все четверо. Ну, на мальчика. Ну, уберите эти тряпки. Там ну сколько же... Вот. Ну, смотрите, какой понравится. Хорошо. Смотри, сюда. Четверо. Нам покажите, какие двое мальчика. А вот это мать стоит. Вот один мальчик. Вот. Угу. Какой и надо? Какой? Вот все берет. Котик. Мы помолимся, чтобы по любви было все. Чтобы деточка любила. Дети растут более нежные дома, когда... Там... Посмотрите. Посмотрите со всех сторон. Каждый. Вот, вот стоит. А второй кот-то где? Конечно, да, когда двое, они играют лучше. Но... Нет, нам одного. Два нам ага. Надо. Нет, так. Вот этот кот надо, да? Вот, да, вот тоже. Вот этот котик вот еще. Подай. Вот этого, ага. Вот сегодня сынок, решили отдать. Вот какого возьмешь. Но... Мне нравится вот этот серый. Отойди в сторонку, не мешай свет там. Давай эту возьмем. Сын, смотри, как. Ну-ка, леди, пускай выберет. Вот он какой, какой берет, а? Как интересно будет. Мы вот расследок, у нас 10 ребятишек было. Или который у деда. Точно этого? Ну ладно, раз. Чтобы любили его, никак не бросили. Держите крепче, чтобы не прыгнул. Он понятно, он вас боится еще. Да нет. Сегодня этого берем. Мальчик. Ну все, мы сейчас там помолимся, чтобы Господь благословил вас. Не вцепляйся в меня. Вот они какие. Им сколько сейчас? Ну, им 27-го будет 2 месяца. Сколько ему? 2 месяца, да. Ну, кушает только пока манную кашу и малку сосут, и молочко. Ну, кушает. Все. Да мы разберемся. Это мы не выдаем, это бесплатно все, что а, нет, надо все равно монетку. Нет, нет, не надо. Нет, монетку нет. Надо, чтобы жили эти животные. Не надо, это предрассудки. Вы, ничего подобного. Мы знаем. Мы отдаем, потому что хорошие. Они мышей ловят здорово. Вот нам и надо. У нас это не какие-то там продаются поэтому... голые. Вы же она как смотри, какие у нее глаза-то. Посмотри, глаза какие голубые. Да, ну и хорошо. Что, хорошо. Нас синенькие. Хорошо. Ну все, пойдем, Богдан. Ну все. Все. Так, дай книгу. Подари, Надя, где? Вот, посмотрите. Евангелие. Еще раз посмотрите. Вот еще Евангелие. Вот посмотрите, Новый Завет, Евангелие. Это бесплатно. Спасибо. Точно мальчик это? А что там? Девочку. По-моему, не мальчик это. А сейчас маленький, не знаю, не могу сказать. Любовь Николаевна говорит, мальчик. Любовь Николаевна, не ошиблись? Нет, похоже на мальчик. А там не маленький. Нет, у этих сосочки, у девочек. Которые... Какой есть? У нас женского рода кошки есть. Смотрите, сколько бегают, один человек, штук, мы ходим на самые лесные. Они брошены, никому не нужны. Красавочки. У нас в руках будет, у надежных. Мы сами деревенские, недавно в городе живем. Я делаю несколько поездок, у нас две собаки. Одна чемпион России, а другая чемпион Алтайского края, немецкой породы. Ну, это дело любительское. Да я бы держал собаку, но места мало у нас. Вот так. Все, что, до свидания, спасибо. До свидания. Все, с Богом. Что малыш любил. Я на его все будет у нас он приучен. Да. Во славу Божию. Закрой их дверь. Ну, визитки не дали им. Ну не знаю, ну дай иди, догони, дай. Где у меня нету с собой? Ну вот у меня нету. То у нас мало визиток. Ну, либо у кого спроси. Схватились это. У меня всегда в кармане визитки. На. Володя.